Всем привет-привет! Рад вас снова видеть. Сегодня вот у нас вот такая погодка, 30 апреля, и снова наступила зима. Не календарная, конечно, но визуальная. Всю зиму практически не было снега, температура была плюсовая, а тут как раз, когда весна, началась и зима. Сейчас вот поеду, съезжу за монеткой, на аукционе сторговался с человеком, ну и заодно покажу вам. Ну вот, к слову, где я беру монетки? В основном торгуюсь на аукционах, покупаю у частных коллекционеров. Кто-то просто собирал полжизни или жизни, продает свою коллекцию. Или кому-то деньги нужны. Созвонился. Я у него уже покупал две монетки. И сейчас поеду и постараюсь вам показать. Кстати, этот человек, он не из Минска. Он свою коллекцию приехал специально сюда продать. Город здесь не маленький, коллекционеров много. Снял квартиру там на месяц или два, я не знаю. Но коллекция у него внушительная. Вот он продает ее уже, наверное, около месяца. Последний раз, как у него был, там, ну, килограмм 10 монет было. Ну, наверное, вот за пару недель он продал часть. Но все равно поедем на месте, посмотрим. Выключил музыку, а то YouTube будет ругаться. Такие домики справа. А там впереди тоже справа этот аквапарк. Здесь слева лес, частный сектор. Скоро будем приезжать речку нашу известную в Минске, Свислоч. Вот как раз аквапарк приезжаем. Минское кольцо. Тут есть еще третье кольцо бетонное, построили его буквально лет 5 назад. Здесь еще внутреннее кольцо в городе. То есть получается 3 кольцевых дороги. Забежал в обменник, поменял баксы. Курс доллара получается по отношению к рублю белорусскому 2 рубля 53 копейки. Монетка моя стоит 50 рублей. То есть получается практически 20 долларов. 19 копеек. Вот в этих домах, которые посередине домик, идем туда. Какой подъезд, не совсем аккуратный. Седьмой этаж. Зато лифт грузовой есть. Домик, наверное, готов 80-х. Не знаю. Прошу разрешения снимать в квартире. Получится, нет?
Так вот, друзья, не получилось мне снять коллекцию на видеокамеру. Он торопился, да и я уже не спрашивал. Поэтому отложим это до следующего раза. Ну, а монетку я приобрел. Можете посмотреть. Это 84-й год. Of American. Вес ее, если я не ошибаюсь, 31 грамм. 900-я проба. Такой орел. Но она выпускалась в честь Олимпиады, которая была в Америке в 1984 году. В Лос-Анджелесе. Обошлась она мне 50 рублей. $19. Так что вот так. Ну ничего, в следующий раз заранее с ним созвонюсь, договорюсь, чтобы уже как бы нормально все получилось, снять видео. Вот, так что поеду обратно. Можете поздравить меня с очередным приобретением. 10 баксов американских. Ладно, поедем.